тут так много зрителей! Представляешь, это же настоящее представление, представление? Цирковое! О, точно, я по ним так соскучился! Такое представление разыгралось перед дверьми областной детской клинической больницы. По сюжету цирковая труппа уехала, а отставшие бродячие артисты попали на территорию медучреждения. Здесь они и решили порадовать детей яркими номерами. Мы хотим детей, пребывающих в больнице, поздравить таким способом. Подготовили для них артистов. Артисты выступят со сценкой такой развлекательной. И надеемся таким образом поднять им настроение. Мероприятие подготовили сотрудники прокуратуры Рязанской области. Сами нашли артистов, посмотрели сценку и теперь смотрят ее вместе с юными зрителями и представителями Министерства здравоохранения. Мероприятие они организовали совместно. В этот большой праздник мы все равно думаем о том, что лето – это пора, к сожалению, повышенного травматизма у детей, и мы совместно работаем с нашими органами прокуратуры, со Следственным комитетом. Поэтому действительно такое нужно, потому что наши дети – это, в общем-то, самое дорогое, все, что у нас есть, это будущее. Поэтому сохранить их жизнь, их здоровье, в общем-то, задача не только здравоохранения, но, тем не менее, правоохранительных органов. На территории больницы мероприятие с таким размахом, да еще и организованная прокуратура региона, проводится впервые. Но сотрудники медучреждения постоянно придумывают развлекательные акции для детей. Они реагируют на все мероприятия очень хорошо. Даже на подарку простых банальных воздушных шариков они всегда радуются. А находясь в условиях больницы, когда все очень, так сказать, ограничено, они болеют, испытывают боль, поэтому любые праздники, любые подарки им в радость. Сейчас пространство между зрительным залом и выступающими ограничивают стены больницы. Но остается надеяться, что совсем скоро ребята выздоровят и сами смогут прийти и насладиться номерами цирковой труппы в более подходящем для этого месте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».